Здравствуйте, с вами Юра Хакер ТВ. И сегодня я расскажу вам, как установить программку специальную на диске. Вот, я представляю вам, представляете вот то, что вы скинули какую-то интересную игру себе вот поиграть. Вот представьте, вот сюда вот изначально скинули игру. И на вашей игре появилась такая штучка специальная, как, такой кружочек, и вы такие говорите, что это за херня? А потом вы не понимаете, а я расскажу, что это такое. Это от программки AppleTools. AppleTools, вот она. Я оставлю эту программку вам ссылку в описании. Заходите, нажимаете сюда, нажимаете вот этот ярлык. Ярлык. Открываете вот этот ярлык. Нажимаете ОК. Нажмем ОК. Нажмем Далее. Далее выбрать бесплатную лицензию. Далее подождем соединение с интернетом. Далее подключение. Далее, пожалуйста, не забудьте убрать вот эти галочки. Они предлагают просто тупые рекламы. Ой, а вот это не тупые рекламы. А ладно, оставлю все галочки. Нет, по барабану. Так, выбираем диск. Какой, ребят, вы выбираете свой диск, а я выбираю свой. Я выбираю диск программа. Все программы. Вот сюда вот. Вот. Все. Мы ее копируем. Нажимаем скопировать. Ждем, когда она сбросится. Сейчас программка подключится. Потом вы отсюда убираете галочку 1, галочка 3, галочка 4, галочка 5. И галочка 6 тоже. Тоже не запускаем ее. Программу мы не запускаем. Запомнили. Запомнить одно. Программу вы не запускаете. Дальше мы идем в программку AppleTools. Здесь есть такие две программы. Это взломчик ее. Нажимаем здесь Allow Mic. Майкин, надо выбрать папку. Папку с этой программой. Так, здесь вот это надо взять. Все. Все. Программа готова. Она будет работать у вас. Дальше мы открываем. Это тоже такая программа. Здесь опять указываем ее маршрут. Потом ищем программу. Вот. Это. И это. Все. Закрываем программу, открываем это. Папки, переходим по этой штучке и смотрим. Она хочет обновиться. Ладно, обновляем ее. Вот, пожалуйста, все. Она под вашим контролем, эта программа. Лицензия была прекрасно взломана. Диск под вашим контролем. Можете делать свою программку, что хотите. Все. С вами был Юра Хакер ТВ. Подписывайтесь на мой канал, ставьте мне лайки.
и комментируйте. Всем до свидания, всем пока.